Андрюша, я буду отпускать в следующий раз, следующую стрижку, еще больше вот эти бакенбард. Хочешь ты этого или нет? Я и буду укладка, косички буду на них заплетать. Вот здесь, хвоногилочки такие. Андрюша, я хочу тебе рассказать, и тебе рассказать, и моим подписчикам хочу рассказать одну удивительную историю, которую рассказала мне сегодня моя подруга, кинопродюсер, которая снимала документальное кино про грузинских долгожителей. Они ездили по деревням, снимали разные судьбы, там 95, 100 и выше. Вот, и она мне говорит: слушай, ну эти люди все абсолютно разные. Мы там пытались выявить какие-то линки между другими, какую-то связь между этими людьми, и нет, кто-то гневный, кто-то был достаточно лживый, кто-то был такой, кто-то был сякой, кто-то был молчаливый, кто-то был хитрый. И единственное, что их всех объединяло, говорит, знаешь что, Андрюш, все они супер мало ели. Вот прям, говорит, скорость. Все, говорит, вся родня рассказывала про них историю, что, говорит, они прям малоежки, говорит. То есть то, что мы, говорит, едим, они едят четвертинку. И со стола встают такие прям полуголодные. Друзья мои, я все время думаю, вот балетные, вот монахи. Большинство из них, они все долгожители. Почему? Потому что мало едят. Ешьте мало. Все, я пошла на сцену.